Леш, привет. Привет, Костя. Привет, ребят. Приехал на очередные танковые соревнования, которые проводит Федерация танкомодельного спорта. Леш, что в этом году новенького у нас будет? Ну, мы первый этап проводим. Значит, проводим в Купавне. Костя покажет сейчас вам ряд. Мы реально усложнили трассу. Усложнили спуски. Грунт мокрый, зыбучий. Перемешку как с сухим, так и с мокрым песком. Для танков это будет реальный такой... Ну, проверка. Да, проверка. Сложная часть вот там. Очень сложные косогоры. Очень сложный подъем вот здесь. И самое сложное, это вот проезд через вот это ущелье. Там подъем очень-очень-очень проблематичный. 144 метра, 70 сантиметров. Да. Ну, это средняя. Сложная трасса в этом году. Об этом должны судить участники. Как всегда, на очередной этап привозим новую технику. У нас три новинки. Вы это кто? МТЗ-13. МТЗ-13. Вот, всегда что-то новенькое, интересненькое. Это что такое? Это у нас БТР-70. Ага. Он сегодня будет участвовать в этапе танковой мили. Пойдет как танк. Класс К, если я не ошибаюсь. То есть тебя допустили участвовать в танковых соревнованиях вот на этой машине? Да, потому что это бронированная машина с пушкой, которая способна вести бой. Эксклюзивные кадры специально для Бармалея, никто не видел фотографии. Для Бармалея и его зрителей. Его зрители, да, никто не видел, так сказать, нутро. Ходовочка сделана вся рабочая, все круто. Я смотрю, я не понимаю вообще, что тут. Тут два шорткросса, два Ардуино мотора, немножко поксипола, какой-то там матери и несколько вечеров. Ну покажи, как это работает. Работает это вот так вот.
Стоят блокировки в двух мостах. А, два заблокированных у тебя, да? Да, два заблокированных, два нет. То есть, ну... А для чего? Чтобы лучше поворачивал, наверное, когда, да? Блокировок не было, он вообще не ехал. Пришлось заблокировать, чтобы он хоть как-то ехал. Но если блокируешь все, то он перестает поворачивать, потому что все-таки радиус очень сильно увеличивается. Да, у нас еще новинки. Это БРДМ-2. Вот, на шасси ВПЛ. Оно тоже пойдет в танковый заезд. Тоже допустили? Тоже допустили. А, ну она бронированная. Машина и тоже с пушкой, вот. Ну, здесь все намного проще. Мы взяли два ВПЛа, немножко увеличили базу ходовой и больше особо ничего не делали. Ну, собственно, в принципе, обычная ВПЛ-ка. Ну, посмотрим, как проедет. Ну, ладно, посмотрим, посмотрим. Аккумулятор. Круто, круто. Да, ну, смотрите, подписывайтесь. Будем показывать новинки специально, эксклюзивно. Сейчас сначала воздух пошел, потом... Как настоящий БТР-корова. Извините, касательно радио, там ворота 12 метров. Ну, значит, не на радио. Танка, танка. Причем есть танк. Заходи на радио с разворота будет. Хватает мощи. Ну это нереально на этой машине пройти. Она отстегнулась просто. Блин, а можно ее как-то поправить обратно? Это у нас гости танкомодельного клуба «Бронебой Беларусь». Поделись впечатлениями, да, еле-еле доехал, да? Да, потихоньку доехал, но тяжело, тяжелая трасса, интересная трасса, очень интересно. Раньше, жалею, что раньше не приезжал. Адреналинчик хапнул. Адреналинчик, да, хапнул. Крутая, отлично. Ребят, я буду участвовать на танке ИС-2 от «Тайген».
У меня на канале есть обзор на этот танк, но это не тот же самый танк. Спонсором моего участия сегодня является танковый клуб «Прорыв» в лице Антона. Да. Это новый танк, абсолютно не тот, что был у тебя в первом видео, плюс с нашими доработками. Мы этот танк специально подготовили для участия в наших соревнованиях вот на грунте. Что мы сделали? Поставили новые редукторы, более усиленные, поставили чехлы и объектно смазанные. Ребят, редуктор. Смотрите, вот чехлы, они закрывают редуктор, и внутри смазка, правильно? Да, внутри смазка. Во-первых, чехол защищает весь танк от того, чтобы смазку не раскидывало по танку, а во-вторых, наоборот, защищает от попадания пыли, грязи и песка на сам редуктор. Очень важная доработка. Мы установили опоры выходных валов. Я думаю, здесь видно вот такую металлическую шайбу с подшипником внутри. Для чего они нужны? Во-первых, защищают сам попадание от грязи внутрь, как раз через ведущее, когда у вас танк едет. И второй момент, это при ударах ведущего вал не гнется, чем вот очень часто страдают танки без вот этих вот опор. Угу. Вот. И также наш магазин еще проспонсировал новым аккумулятором HRB. Мы являемся дилером этой фирмы. У нас есть все аккумуляторы, то есть 2, 3, 4 банки, соответственно, ну, диапазон разных емкостей. Это можно все у нас купить в магазине. Аккумуляторы, разъемы, переходники, отсечки, любые, какие хотите. Ну, вот, например, мы аккумулятор поставили с разъемом XT60 с переходником на Tamiya. О, смотрите, вот это очень крутая штука, я лично такого еще не видел. Ну, это опять же, то есть мы понимаем, то есть это практически стоковая модель, то есть не было какой глубокой модернизации, за исключением редукторов и опор. Ну все, будем смотреть. Пожелайте удачи. Да, к сожалению, заезд не удался. В чем, как думаешь, в чем причина? Ну, значит, как думаем, надо было ослабить чуть больше гусениц, потому что переживали, что они будут слетать. Вот, но... Перетянули, да? Да, перетянули, и тут все-таки сложное покрытие. То есть мокрый песок с камнями забивался и уклинило гусеницы, вот из-за чего он не проехал. Ребят, подписывайтесь на канал. Антон обещает исправить танк. Ну и, конечно же, будут испытания. Посмотрим, сможет ли этот танк ехать вот по именно по песочному покрытию. Да, будем пробовать. Ребят, у нас на соревнованиях вот такой вот эксклюзив. Андрей, создатель этого танка, как он называется? Это Як ПЗ Е100. В каком масштабе? Это 16-й масштаб.
Ребят, я хочу сказать, Андрей стесняется, но на самом деле это очень крутой моделист, который создает на самом деле крутые модели. Вы уже могли видеть объект 279, правильно? Да. У меня на канале. Это четырехгусеничный танк, правильно? Да, советский. Вот, у меня все это есть на канале. И вот в этот раз он создал вот вообще, это просто крутейшая машина. Мы посмотрим, как она будет ехать. Ну вот, специально рядышком поставили «Тигр». Вы можете видеть соотношение масштаба, то есть две машины... Масштаб один и тот же. 16, да, 16-й масштаб. А можешь внутрянку показать, что внутри? Да, сейчас покажу. А ты его как делал? Это печатал? 3D-печать, лазерная резка, гидроабразивная резка, токарные работы. Ну, очень круто, покрашен круто. Ну, внутри он, конечно, я на покраску... Ну, внутри никому не видно. Да. Я моторы не вижу. Где моторы? А под железной крышкой. Вот здесь вот, да? Это... Коллекторные моторы со стандартными редукторами или какая-то? Нет, это коллекторные моторы от стандартных Henglong, все же двигатели. Но редуктор мой собственный. Тот же, что и на объекте 279, только адаптированный. Ну ладно, мы пожелаем тебе удачи, будем смотреть. Спасибо. Спасибо. Это здесь, на самом деле. А, печатные. Да? Они поэтому и не выдержали, да? Да, но они держат килограмм 10, но для него это мало. Он нагрузки больше ловит. Он какую-то хрень намотал. То есть они полностью напечатаны, собраны также с пальцами, да? Да, 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 все. Но напечатаны. И пластик не выдерживает. Нагрузка здесь дикая. Ни одной ошибки, грамотно пройти все повороты, да. Чтобы с первым причем сместил мотор.
ты поедешь. Там закусил. На самом деле очень много классных моделей сегодня было, это раз. Но надо сказать, что трасса классная, трасса жесткая. Если вы считаете, что трасса легкая, в следующем году будут соревнования, привозите свою технику и вы сможете всем увидеть и показать, как правильно рулить и как, и как едет ваша машина. Ой, спасибо, подписывайтесь на канал Бармалии. Пока, ребят. Всем пока. Ram ba 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 ram